Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 6 ноября на канале ТНТ стартует премьера комедийного сериала «Праздники». Сериал «Праздники» – это семейная комедия с Марией Ароновой и Виталием Хаевым в главных ролях. Сериал состоит из 16 эпизодов. Каждая серия – это один праздник, на который по традиции собирается вся семья. Календарный, профессиональный, народный или семейный. Начнется история в майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приедут со своими женихами. Героев ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба. Но все же Пыжовы собрались вместе. А это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Премьера сериала состоится 6 ноября на канале ТНТ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!